свистка до первой заброшенной шайбы 14 секунд. Хоккеисты «Динамо Алтай» сходу отправили своих соперников в холодный душ. О таком можно только мечтать, но, как мы знаем, не важно, как начнешь, важно, как закончишь. Отдавались полностью. Сражались, немножко не повезло. В первом периоде болельщики увидели только одну заброшенную шайбу и на некоторое время заскучали. Игра вязкая, моментов немного, и были опасения, что соперники начнут показывать свой хоккей. Однако во второй 20 минутке обе команды показали настоящую перестрелку. «Кристалл» был командой догоняющей. Барнаульцы забрасывают, гости сравнивают. 4 шайбы на двоих, и самое обидное для нас – «Кристалл» своего добился. Счет 3-3. Много моментов. Вратарь соперника здорово играл, оставлял команду Саратова в игре. И наши небольшие помарки позволили команде соперника забивать голы в нужные для них моменты. Не совсем правильная игра. Понятно, они исходили из того, что ребята хотели как лучше. То есть это не из-за боязни ошибиться. Хотели как лучше сыграть. Но не всегда, да, вот это чрезмерное желание, оно приводит к положительному результату. В воздухе запахло овертаймом без права на ошибку. До первой заброшенной шайбы гости получили глупое удаление за задержку игрока клюшкой. С первой попытки нашу шайбу не засчитали, но спустя десяток секунд защитник «Динамо» Артем Гончаров забросил еще одну. И на этот раз 4-3. Победа «Динамо Алтай». Счет в серии 2-0 в нашу пользу. Команды отправились уже в Саратов и проведут там два матча 22 и 23 марта. Напомним, серия игр идет до 4 побед. Если «Кристалл» выиграет хотя бы один матч на своем льду, то на Титов-арене мы вновь увидим хоккеистов уже 26 марта в воскресенье. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.